Хе-хе-хе! Ребят, всем привет, с вами Панда, и как видите, на мне сегодня супер-мега-модный шарфик от Asus ROG. Это значит, пришло время обзоров девайсов, специально разработанных для геймеров, другими словами, для вас. Да, чуть не забыл, хочу напомнить, что в кадре будут руки специально обычного человека, так что не удивляйтесь. Итак, начнем. Мне в лапы попало два коврика от Asus. Вот коробка от одного из них. Это ROG Scabbard. На боковой его стороне изображен сам коврик, соотношение его сторон, а также материал, который можно потрогать, не доставая коврик из коробки, что очень удобно. На задней стороне нам рассказывают, что это игровой ковер и приводит его размер 900 мм в длину и 400 в ширину. Ну и на последней стороне мы можем найти описание самого ковра. Это большой коврик для мышки и всех других девайсов, а также ноутбука. Он сделан из влагоотталкивающей ткани и устойчив к царапинам. А теперь давайте проведем эксперимент. Я налью воду на ковер, а затем вытру ее тряпкой. Посмотрим, что из этого получится. Тщательно промакиваем воду тряпкой, ну а затем вытираем насухо. Ну что, попробуем. Действительно сухо. Коврик остался сухим, отлично, эксперимент удался. Коврик имеет красную резиновую основу для крепкого сцепления с любой поверхностью толщиной 2 мм. В общем, коврик отличный. Рекомендую. А теперь давайте поговорим о втором коврике. Это коврик ROG Strix Edge. На боковой стороне его коробки мы можем узнать о характеристиках. Коврик большого размера, вертикально ориентированный, подходит как для моба игр, так и для шутеров. Имеет размерность 400 на 450 мм и вес 260 грамм. На одной стороне коробки изображен рисунок самого ковра. Ну а теперь давайте посмотрим на него вживую. Аккуратно распаковываем, достаем и разворачиваем. Видим очень яркий коврик с логотипом в верхнем левом углу. Очень приятный на ощупь. Приятная текстильная поверхность. Хотя он и в два раза меньше своего собрата, но по-прежнему остается достаточно большим и удобным. Я приведу пример вам свой старый коврик от Razer. Как мы видим, он почти в 4 раза его больше. Я бы рекомендовал коврик ROG Strix Edge для тех, кто любит яркий дизайн и удобство. Ну что, с вами был Панда. Услышимся, увидимся. Пока-пока!